Всем привет! Уже отработала, мы сейчас идем до Валькампо. Тарам! Это я такая, а я такая красивая сегодня, а я такая. Так, пойдем. У нас дождик, представляете? Вообще задолбал. Сегодня не передавали дождь, а он идет. Собака такая. И там прям над морем темно. В общем, заеду сейчас в Валькампо в поисках белых... Ой, что это там показывает? В поисках белых яиц. Мне девчонки там сказали, где можно купить, например, на рынке. Но рынок у меня далеко от меня, во-первых. А во-вторых, работает он только, ну, до обеда. И мне никак, ну, никак на него не попасть. До пилякать еще далеко. Потом еще другие магазины. Они тоже рядом со мной, где его нет. Блин, представляете, везде коричневые яйца продают. А красить уже завтра надо, да? Чистый четверг, завтра надо убираться. В общем, посмотрим. Чарли, бен ты пораки. Чарли, пораки. Чарли, пораки. Видите, все сыр. Кстати, сегодня не ожидала, что будет. Чарли, думала, что сегодня не будет особой работы. Но сегодня иностранцы повалили, кстати. Блин, машины задолбали. Прямо аутовье какая-то. Никакие инспекции не было. Это был один мужчина-иностранец. Он, по-моему, англичанин. Это твою дивизию. Смотрите, что творится. Все вроде бы. Вот. Ко мне ходит один, я говорила вам. Он, как говорится, у него корни китайские, но сам он из американец. И вот этот, походу, тоже то ли мексиканец какой-то, то ли еще что-то. Но тоже живет. Как живет? Живет он здесь сейчас. А жил всегда и работал, зарабатывал на жизнь в Испании, в Лондоне. Лондон, Париж. И вот он, это никакая инспекция не была. Так что, ну это все шутка была, конечно. Как вы могли бы догадаться. Потому, хотя хрен его знает. У нас в прошлом году была инспекция. У меня как раз одна соседка там бежит, говорит, Оксана, Оксана, вот тут инспекция ходит. У тебя все нормально? Я говорю, ну да. А, ну хорошо. Видите, предупреждают соседи. Ладно, едем в Валькампо в поисках яиц. И что еще? Трубочки. Мусорные пакеты мне там не нравятся. И лаврушка. Лавровый лист. Ну и что? Есть всякие разные. Но не белые. Блин. Всяко разное, это не заразно. Что ж за дефицит такой с этими белыми яйцами? Нету яиц белых. Куры, вы что, белыми яйцами не несетесь, что ли? Я не пойму. Ну, пипец какой-то. Что, обычные, что ли, красить? А что их красить? Они уже крашеные. Ой, на рынок мне не дойти. Ой, блин, вообще. Вообще, ужас. Нету яиц белых. Нету. Сколько лет живу в Испании, никогда не видела сыр Альметто. Никогда. Посмотрите, он сейчас есть. Евро стоит всего, представляете? Возьму один, он мне так нравился, помню. Вообще. Представляете? Не было никогда, а это появился. Во как. Ням-ням. Разогреваю себе суп. Муж вчера принес. Смотрите, какие помидоры классные. В общем, ой, пахнет помидорами, представляете? Знаете, откуда эти помидоры? У нас у родственников есть свой детский садик. Ну, даже можно сказать, ясли. Вот. И им благодарные родители приносят всякие вкусняшки. Вот. А так как многие родители работают на... Как же это назвать? Где фасуют овощи, фрукты. Такой склад, что ли, да? И вот они приносят им всякие вкусняшки. Знак благодарности.
Но так как нашим родственникам всего этого очень много, потому что там ящиками переносят, то, естественно, они нам раздают. Вот эти помидоры очень дорогие, кстати, на рынке, черные. Пахнут настоящими помидорами. И знаете, что я с ними буду делать? Я сегодня, у меня вот еще оставалось немного, я вчера хотела сделать. Мужу звонила, говорю, тащи еще помидоры. Вот у меня немного оставалось. Сделаю жареные томаты. Ну, как соус такой томатный в моем роботе. И будет вкусно нам, счастье. Можно заморозить, можно, и его можно добавлять в любые блюда. В паэлью, макароны, суп. Ой, на гаспачо. Надо летом, чтобы нам помидоры тащили, гаспачо делать. В общем, вот так дела у меня. А что их помыть, там разрезать и пусть жарится, правда? Наварила две вот таких, ну как наварила, жареные они называются, наверное. Две вот такие баночки. Смотрите, какой вкусняцкий. Можно из него делать все, что угодно. Томатная паста. Вот, это томатная паста. Самая натуральная, только собственного производства. У меня еще вон сколько томатов. Знаете, что я хочу? Думаю, может быть, их посолить. У меня тут брызнуло, а может быть, томат какой-то на лице. Может быть, их посолить. Сейчас буду в интернете копаться. Я помидоры не очень соленые люблю. Но в охоточку-то, с картошечкой-то, вкусно будет, наверное. Буду сейчас лазить в интернете, копаться. Вкусный. Сладкие помидоры, знаете, они не кислые, а сладкие. Вкусные. Сейчас пойду пылесосить. Завтра чистый четверг, поэтому я сегодня пропылесошу, а завтра тогда уже влажную уборку везде сделаю. Ну и самой искупаться, чтобы, знаете, не в один день все было. Вот, муж не пришел домой есть мой суп. Ну, ничего, завтра поест. Такие дела. Белье повесила, тазик там оставила для белья. Слышу, он там по террасе, ветер, видимо, он там по террасе пум-пум-пум-пум туда-сюда гоняется. Помыла Чарлины тарелочки чистенькие. Чтобы как человек питался, тоже он полез наверх загорать. Кто приходит такой сверху, так, ну там жарко. А нам холодно, представляете? Вообще какой-то дурдом на выезде. Вот, сейчас пропылесошу и пойдем гулять. Мусор надо вынести и в аптеку зайти. Мне нужно в аптеку зайти, не забыть бы. Ту память-то девичья. Смотрите, детскую площадку загородили, видимо. Будут ремонтировать, реставрировать. Вообще этот парк, вот эту часть, всю реставрируют, поэтому, наверное, будут красоту наводить. Вот тут смотрите, как там темно, тучи такие, идите там. А над морем всегда почему-то вот так вот безоблачно. А тут тучи. Кстати, ветер не такой ледяной, как этим утром был. Там у нас утка. Селезень. Я что-то, по-моему, двое сейчас видела. А, даже там к нему утки прилетают такие обычные. Я говорю прилетают, потому что вот этот он никогда не умеет, походу, летать. А эти утки обычные к нему прилетают. Ну, наверное, на свидание, я так понимаю. Иначе зачем? Церковь. Чего, нету тут больше, да? Голубей. Вон, ай, один есть. Ай, ай, уно. Миля? Чарли, ай. Любит он гонять голубей. Правда, я его научила этим делом заниматься. Ну, ему понравилось. Гонять голубей. Сейчас в аптеку пойду. Потом домой. Кстати, про мотоцикл. Он все на том же месте. Ай, не могу. Вы представляете, как поставили его 16-го? Так, наверное, первого переведу. В другое место перенесут. Не знаю, куда.
прям бесит. Целое место парковочное занимает. Ой. Жарко, вы знаете, прям вот душно как-то. Я думала, холодно, но нифига, я вся потная иду. Прям, о, сейчас в душ пойду. Жара, жара, жареная. О, солнце, или как там поется-то. У нас тут на гору просто надо лезть, поэтому задышалась вся. Я так рада. Почему? Та-дам! Вот они, мои дорогие. Белые яйца. Все благодаря кому? Благодаря вам. А точнее, моей подписчице Марии Золотом, по-моему. Да, которая мне подсказала, что в фруктовых магазинах, ну, овощные, фруктовые, продаются белые яйца. Я что-то даже, знаете, и не обращала на это никакого внимания. А тут прочитала комментарий, думаю, дай-ка пройдусь, посмотрю. Вот. И прям захожу, и правда, есть яйца лежат. Я прям так благодарна, большое-большое спасибо. Мария Золотова. Так рада. Чего прикол? Я теперь с яйцами. Яйцам радуюсь. Я в прошлом году не нашла. Вот вы можете смеяться, а можете, как говорится, говорить, что я дурочка. Но я не нашла в прошлом году белые яйца. Вы сами видели, я все магазины перерыла. Не знаю, почему, какой дефицит в обычных магазинах, но белых яиц нету. Ой, взяла, зашла в аптеку, одно лекарство было сегодня выписано, а второе лекарство у меня на завтра выписано. Поэтому завтра я опять пойду за лекарством, а на день раньше они мне не выдают. Говорят, нельзя. Ну, говорю, завтра зайду тогда. Все равно с Чарли гуляю каждый день. Ой, ну яйца теперь завтра буду красить яйца. Отварю их, надо почитать. У меня тут вот есть... Я думала, у меня есть... наклеечки, а видимо я их все израсходовала в прошлом году, и у меня осталась только вот краска вот такая. Ну зато здесь сколько, вон сколько, это вот голубой цвет, насколько оно хватает яйцов, яйцов. О, одно, на украинском написано, мы же не дураки, мы понимаем, до 20 яиц одного пакетика. Ну вообще зашибись. Ну и чё, как это, у меня всего штук 10 буду красить, больше не надо, чтобы с девчонками поменяться. Зеленая, голубая и желтая. Наверное, покрашу. Блин, хотелось бы два цвета, знаете. Ну, я сделаю зеленую и голубую, правда? Или желтый тоже красивый, смотрите. Какие сделать? Желтый, зеленый, зеленый. Может быть, во, выбор какой, вот тут больше смотрится. Зеленый сделаю, нет, синий и желтый. Сижу, блин, гадаю, какие сделать, из трех цветов выбираю, вот дура. Ой, не могу, тяжел мой выбор, люди, помогите. Ой, блин, фу, блин, жарко. О, вся запарилась, пока шла. На горку. У нас тут на горку просто идешь. И прямо это жарко. И вообще потеплело, кстати. Будем надеяться, что потеплеет. И чего там такой сил-то? Все с мамкой здесь. У него, знаете, болячка, я вчера обнаружила. Давай болячку покажем. Ну-ка, повернись. Ну, не прячь. Вот, смотрите, видите? Тут, что ли, тоже? Что-то это весь израненный. Вот, болячку нашла. О, мой маленький мальчик. А я его что-то взяла с ним нянчиться вот так вот. А он такой раз и начал как бы это, ну, рычать на меня. Ну, я то место у него затрогала. Вот. Но он сначала рычит, а потом такой типа, ой, извини, извини. И я думаю, что за фигня, гляжу, у него там болячка. Она не сильная, так покорябана. Он же, видите, как любит по-пластоцки это вот так вот. И все себе корябает нафиг. Да? Буду сейчас раздеваться. Как всегда, по чаю. Навела уже себе чай с имбирем. Включила компьютер. Все готово к монтажу. Осталось только с вами попрощаться. Всего вам самого наилучшего. Дети кричат. Раз дети кричат, значит, мы живы. Ой, Чарли мой играет со своим мячиком.
Да? Донде ста хугеты? Трай. Трай хугеты? Трай. Не носит он мячики, не любит. Трай хугеты? Донде ста хугеты? Я, кстати, вот этот цветок пересадила. Что-то думаю, надо пойду его пересажу. А то он у меня все еще в покупном горшке был, в маленьком, представляете? И пересадила. Пускай растет и радует меня своим. Своим пышным, с пышной листвой, во. Ой, уже спать так хочу, я не знаю, прям со мной прям не знаю, что происходит. Спать хочу. Время 9, я спать хочу. Но дело в том, что если я сейчас лягу спать, то я не усну. У меня вот так глаза сразу раз, 5 копеек, и все. И уже не спится. Сейчас посмотрю, что там по телевизору. 100% уверена, что какая-нибудь фигня. Потому что у нас предвыборная кампания. Куда ни включи, везде дебаты идут. Везде они ссорятся, ругаются. У нас 4 основных претендента на президент. Ты, ну как, их больше есть, но 4 такие вот сильные. Посмотрим. Хотя я знаю, кто уже выиграет. Даже в этом, как говорится, гадалки не ходи. Ну вот. По всем каналам, куда ни включи, в 10 они начинают вот друг на друга грязь выливать, обещания. Вот, в принципе, все как везде. Знаете, ничего другого и что-то там отдельного нет. Ой, мне, кстати, батарейка садится. Так что как раз время для того, чтобы с вами попрощаться. Всего вам самого наилучшего. Скажи всем пока-пока. Пока-пока. Сам с собой играет. Тихо сам с собой, я веду беседу. Пока-пока.